золотой короны, строго придерживаясь мечте. Оу, Ника, это Каминари Карате. Здесь тренируются чемпионы, не носящие золотой короны, строго придерживаясь мечте. Оу, Ника, это Каминари Карате. Школа 98, Каминари Карате. Никто не сравнится с нами в быстроте ударов, но на счастье все по телу. Для нас не существует никакого предела. Что невозможно, мы делаем это в два счета. Соперника включаем, время обратного отсчета. На тренировках выжимаем все соки из себя. Бьем по снарядам, руки в кровь долбя. Не жалеем ни себя, ни оппонента. В крови граммы адреналиновых ферментов. И нам горы по плечу и море по колено. Соперника победить нас будет проблемно. Годы тренировок в родном спортзале, и вот ты уже в финале. Глаза налились кровью, соперник дрожит. Его последние удары сердца под этот ритм. Здесь тренируются чемпионы, не носящие золотой короны, строго придерживаясь мечте. Оу, Ника, это Каминари Карате. Здесь тренируются чемпионы, не носящие золотой короны, строго придерживаясь мечте. Оу, Ника, это Каминари Карате. Но что соперника втаптывать татами, тренироваться нужно днями и ночами. Отрабатывать каждый удар по 100 раз и не спускать ногу с педали газ. 10 минут на скакалке в рваном темпе, как в своем сумасшедшем рэпе. Методика Табата нам всем мозг разрывает, и ритм сердца 5 раз учащает. Но это только разминка, парень. Руки, ноги, пресс превратились в камень. А дальше на лапах 3 раунда по 5 минут. Капли пота по лицу уже ползут. 2 прямых, боковой, прямой и нырок. Локоть, колено и снизу апперкот. Бросок через бедро, заход на болевой. Кричит судья, ты выиграл этот бой. Здесь тренируются чемпионы, не носящие золотой короны, строго придерживаясь мечте. Оу, Ника, это Каминари Карате. Здесь тренируются чемпионы, не носящие золотой короны, строго придерживаясь мечте. Оу, Ника, это Каминари Карате. Здесь пацанам по 6 лет, но они в теме. Бьют так, что не поможет, даже если ты в шлеме. Пока еще не забираем килограммами медали, но своих соперников оставляем в печали. С разбитым лицом и пробитыми ногами выползают оппоненты из кровавого татами. Следующего мне сюда, кричит один из нас. И как собаки накидываемся по команде ФАС. Армия универсальных солдат готова идти в бой. Помни, брат, выбор за тобой. С поражением уйти с этого ринга и может выбрать какую-то другую тропинку. Или вместе со мной пройти этот путь сначала до конца и узнать, в чем суть. Но мы будем рады всегда тебе в нашем додзе Каминари Карате. Здесь тренируются чемпионы, не носящие золотой короны, строго придерживаясь мечте. Оу, Ника, это Каминари Карате. Здесь тренируются чемпионы, не носящие золотой короны, строго придерживаясь мечте. Оу, Ника, это Каминари Карате. Но самый главный из нас, конечно, Банзай. Он круче даже, чем Джек Самурай. Он наш учитель, он наш сенсей. Он второй после бога, он царь царей. Научи держать удары и их наносить. И как боль до нокаута доводить. А от всех учеников вам огромная респектуха. Вы способствуете поднятию нашего боевого духа. Выбрал, занимайся, что-то делай. Кикушин, карате, выбор верный. Сила плюс железный дух, это бесценно. Идешь к цели, значит будешь первым. Выбрал, занимайся, что-то делай. Кикушин, карате, выбор верный. Сила плюс железный дух, это бесценно. Идешь к цели, значит будешь первым. Простой обыватель планеты Земля. Время выбор принять, на старт и дерзай. Гармонию тела с душой сочетай. Тебе нет предела, не пора бы начать. Карате мы едины, на что-то сплотило. Дух Бусидо, я уверен в Кристине. Предел не достигнут, но мы на вершине. В собственном стиле демонстрируем силу.
просто. Заниматься спортом непросто. Каждый день тренировки, бега, кроссы. Стертые локти, колени да кости. Чемпионом мира стать не так просто. Новый день, за ним снова новый. Чемпиона помнят, ведь он был достойным. Но не стоит руки опускать, ведь свою медаль нужно отстоять. Выбрал, занимайся, что-то делай. Кикушин карате, выбор верный, сила. Плюс железный дух, это бесценно. Идешь к цели, значит будешь первым. Выбрал, занимайся, что-то делай. Кикушин карате, выбор верный, сила. Плюс железный дух, это бесценно. Идешь к цели, значит будешь первым. Путь самурая состоит из трудных троп. Кристина знает, в Адзаре и Пон. Как будет толк при ударе ногой? Что был итог в финале с бойцом? Печальный исход, на татами бросок. Ее ждет успех, я уверен на 100. Идет по прямой, набирая разгон. Время настало, чтобы открыть всем лицо. Выход на татами предвещает бурю. Но она спокойна, при поддержке духа. Также с нею рядом близкие и родные. Вместе с ней толпой они стали взрывной силой. И вот финальная схватка, все замерли. Этот путь так просто, не пройти нам заново. От Кристины серия, комбинация ударов. Чистая победа, поздравляю. Докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. С ранних лет ты занимаешься киокушином. Годами работаешь над собою как машина. Каждый день пытаешься отработать удары, чтобы любого соперника отправить нокаут. Здесь старание важнее цвета пояса. Ты к победе летишь быстрее поезда. Наша команда вперед, всем внимание. Это клуб карате Айсберг, и мы непотопляемые. Ты не бойся, кто бы не стоял напротив. Докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. Ты не бойся, кто бы не стоял напротив. Докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. Твои мамаши сносят каждого, будто буря. Твои удары по корпусу быстрее пули. Ты вышел на татами, направив к победе волю. И твое закаленное тело не чувствует боли. Наша команда будет стоять на пьедестале. Мы общими усилиями первыми станем. Всей команде вперед, всем внимание. Наш клуб карате Айсберг, и мы непотопляемые. Ты не бойся, кто бы не стоял напротив. Докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. Ты не бойся, кто бы не стоял напротив. Докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. Кто бы не стоял напротив, докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. Ты не бойся, кто бы не стоял напротив. Докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. И смело ты вперед иди. Осталось пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Удар лево и право я наношу, как выстрелы. Участился в пульс, тело прониклось рожью. Поражению нет, победа здесь всего дороже. Осталось пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Удар лево и право я наношу, как выстрелы. Участился в пульс, тело прониклось рожью. Поражению нет, победа здесь всего дороже. Гонка, крик, зал, стих, рефери на ринг. Это
значит два бойца готовы биться до конца. Удары отточены, тела как камень прочный. Вопрос времени, у кого дух крепче, кто жестче. Тренировался днем и ночью, разбивая грушу кулаками все больше и больше. В зале общем спарринги с людьми похожими, с теми, кто массу на ускорение перемножит. Это долгий путь, с него не свернуть. Ощущение битвы разрывает грудь. Они-то знают, побед легких не бывает. Даже новички на ринге иногда заряжают. Силен не тот, кто не падал, а кто всегда вставал. Снова работал и побеждал. Сильное тело, силу духа, силу воли развивает только достойный, всегда готовый к бою. Осталось пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Удары лево и право, я наношу как выстрелы. Участился, пусть тело прониклось рожью. Поражению нет, победа здесь всего дороже. Осталось пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Удары лево и право, я наношу как выстрелы. Участился, пусть тело прониклось рожью. Поражению нет, победа здесь всего дороже. Мандраж, рез, кровь, адреналина, всплески. Не важно кто и как, а важно лишь время и место. И кем ты был раньше, никто не будет вспоминать. Пришло время доказать после команды бой. У основания ринга пусть песни. Твоя задача биться честно, чтоб доказать, кто лучше в этом весе. С тобой вместе тренер, тебя команда верит. Вперед, чемпион, пришло твое время. Еще минута проходит, очередной раунд. Те, кто пропускают удары, уходят на нокаут. Нельзя сдаваться, надо биться, азарт и слово на лицах. До последнего гонга бойцам не примириться. Школы стилей, тренера столкнулись снова. Войны готовы на все сто, это бесспорно. Уважение своим выбивает до своей стаи. Поднимая публику в зале, овации все встали. Осталось пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Удары лево и право, я наношу как выстрелы. Участился, пульс тела прониклось рожью. Поражению нет, победа здесь всего дороже. Осталось пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Удары лево и право, я наношу как выстрелы. Участился, пульс тела прониклось рожью. Поражению нет, победа здесь всего дороже. Отправляет на гаут его философия.
самим собой. Хачмен, он на татами, как ангела ямами, кулаки как камни, отправляет нокаут его философия. Кёкушин карате, бой самим собой. Хачмен. Тело. Он выходит на татами, зная свое дело. Кимоно и на груди иероглиф Кёкушина. Это бешеная сила, железная машина. Не избегая ударов, он идет в атаку. На улице с людьми он никогда не вступит в драку, выполняя все ренраку. И санчи наката от восхода солнца и до его заката. Здесь не ищут компромиссов между собой. Около 300 ударов за 2 минуты боя, не замечая боли, включая силу воли. Он подобно воину в поле выступает в главной роли. В битве до последней капли крови победит сильнейший. Мы стремимся к истине, как сказал мудрейший. Мы бойцы, идем вперед и не кричим «Атэ!». Наша жизнь — это Кёкушин Кай Карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мега-сила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим «Атэ!». Наша жизнь — это Кёкушин Кай Карате. Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли, делая из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. 2 тренировки в день, по утрам пробежки. С каждой секундой дух становится сильнее, чем прежде. Мы не скрываем смысла своих чувств. Наши цели легли в основу боевых искусств. Лоу-кик, Маваши Цоган и Уширо Герри. Эта связка приведет с собой серьезные потери в нашем теле. Нет места страху или боли, парень, силе духа и набивки. С нами потягаться может только камень. Стальное тело, удары словно выстрелы. Мы союз искатели абсолютной истины. Свою жизнь посвятили философии и спорту. Этот образ жизни нас ведет к душевному комфорту. Без тренировочных процессов не живем ни дня. Мы сутками оттачивая стиль, ситуацию, а ямы, как у Цуки Цодан, Чудан, Гедан, потом Авате. Наша жизнь — это Кёкушин Кай Карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мега-сила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим Атэ. Наша жизнь — это Кёкушин Кай Карате. Кёкушин — сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли, делая из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Философия века Кёкушин Карате. Востоком данное, временем проверенное. Дух уверен и восточному ветру, восходящему солнцу на рассвете. Годами тренируешь себя, духом крепнешь, приступи через себя, и ты заметишь тот путь, по которому идешь. Он более верный, в тебе течет сила. Она изящна, красива. Мы все дали клятву Кёкушину. Всю нашу жизнь и изучение карате мы будем стремиться выполнить истинное предназначение. В пути Кёкушин никогда не свернем с намеченного пути, чтобы вечно горело пламя в глазах, несмотря на трудности, боль, страх. Философия века Кёкушин Карате течет в наших жилах, мы пропитаны ею. Испокон веков мы идем к своей цели. Познание искусства восточного ветра, стоя на татами, волю в кулак. Сердце бьется чаще, глаза горят. Бесспорные победы наша команда идет. Любого соперника как ураган снесет. Вышел на татами, забудь про страх. Вспомни все, чему тебя учили. Но на словах сила Востока у тебя внутри. Хачимэ, скажи, боли нет. Соперник налетел встречным, а ваши удар за ударом. Стремление к победе словно жалишь ударом шито. Чувствуешь, что не сломлена твоя защита. В глазах
пламя в груди. Жжение, ты не согласен на поражение. Соперник отступает, страх в глазах. Всего добьешься сам, ведь все в твоих руках. Ведь ты сам говоришь себе разбитыми устами. Никогда не отступать, ногой взмах. Уши разлетает, как ястреб в небо. Соперник упал на татами. Все, победа.